Сельпо, конечно, да. Мне бы Владимира Владимировича Путина. Поставил человека. Вы на него посмотрели. Действительно, годится. Посмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Собственно говоря, я посчитал себя вправе поговорить об этом. Надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Ну скажи, дедушке, за кого голосовал-то? Я Путина!